Тем временем спасатели МЧС продолжают берегоукрепительные работы в селеопасных районах. В Ноукенском, Аксыйском, Базаркургонском районах работа идет полным ходом. Берега рек укрепляют габионовыми сетками, чтобы берега не размыли селевые потоки. Это защитит жителей окрестных домов. Мои коллеги с подробностями. Это село Семит в Аксыйском районе. Дома и огороды тут вот уже который день подряд размывает сель. С местными жителями пообщался глава МЧС. Сейчас спасатели ведут берегоукрепительные работы. Для них было выделено 220 габионовых сеток. Всем специалистам поручено ускорить работу. Вся необходимая техника и материалы для этого обеспечены. Осталось всего лишь обратить внимание на качество выполнения работ. Также министр ЧС встретился с жителями села Кызылту Ноукенского района, где тоже прошел селевой поток. Здесь также усиленно укрепляют берега. Селеопасные участки укрепляют и в Базаркургонском районе. Нам выделили 220 габионовых сеток для берегоукрепительных работ. Из них 60 уже привезли. Вся техника есть. Также обеспечена ГСМ. Сейчас активно идет работа. Особое внимание при берегоукрепительных работах будет уделено качеству, чтобы избежать разрушительных последствий селей. Гульжан Нурматқызы, Нуржамал Алымкулова, Нурболтан Пеков, ЛТР, Джалабадская область.